Добрый день. Вот э, сегодня я волнуюсь больше обычного. Я вообще всегда волнуюсь, а сегодня больше обычного, потому что я сегодня хочу вам рассказать про рукопись, невероятно важную вообще для меня лично, но которая, как бы, не имеет внешних признаков жемчужины. Это не пергамен, это не богатая иллюминированная рукопись. Это не автограф какого-то великого человека. Это скромная и относительно поздняя, наверное, 17 века, рукопись, переписанная просто на бумаге. А тем не менее, значение ее для даже развития науки, филологии, истории языка иврит, его просто сложно вот, переоценить. Как, если помните, у Пушкина в стихотворении в стихотворении «Полководец», посвященного героям 12 -го года, он писал «У русского царя в чертогах есть палата, она не золотом, не бархатом богата». Вот и эта наша рукопись, она богата не золотом и не бархатом, а своим совершенно уникальным невероятным содержанием. Что еще хочется сказать? Я Всю жизнь мечтал увидеть эту рукопись. 30 лет. Причем хранится она здесь, в Иерусалиме, буквально в 15 минутах ходьбы от этой студии. И казалось бы, в институте, где я сам очень много работал и где меня знают очень хорошо. А тем не менее, эту рукопись вообще никому не выдают. Есть фотографии листов этой рукописи, с фотографиями исследователям дают, разрешают работать. Вот я с фотографиями много работал. Но именно в период подготовки этой лекции мне впервые удалось получить саму рукопись и держать ее в руках и вот с ней познакомиться. Такая совершенно удивительная история. О чем же идет речь? Речь идет о самой полной в мире и единственной в своем роде э, собрании еврейских стихотворений Средних веков, еврейской средневековой поэзии. Вот это можно назвать самая полная из известных нам сегодня антологий еврейской средневековой поэзии. В этой рукописи от трех тысяч до четырех тысяч стихов. Я сам все не считал, а вот в литературе есть такое разнобой. Это абсолютно невероятное количество. Но как всегда, сначала о чем, собственно говоря, идет речь. А речь идет вот о чем. Совершенно уникальное, феноменальное явление в истории еврейской литературы или литературы вообще. Вот 9, 10, 11 века. Подавляющее большинство еврейского народа населения живет внутри исламского мира, и их родным языком является арабский. 90, может быть даже 95% всех евреев говорит на арабском языке. И пишет на так называемом еврейско-арабском языке. То есть это и арабский язык классический, записанный еврейскими буквами. И на этом языке создается невероятная литература и наука. На этом языке пишется большая философия, медицина, галахические трактаты, все что угодно, исследования Библии. Вот все, что вы можете придумать, уровень науки и культуры того времени, он весь у евреев пишется на этом языке. А вот одно нет, представляете, язык Корана, можно сказать условно, он победил во всем, кроме одного, кроме светской поэзии. А что такое светская поэзия? Это тоже совершенно удивительная история, когда один абсолютно конкретный человек, который жил в Багдаде, его звали Дунаш Бен Лаврат, молодой парень, в X веке, он захотел, он придумал систему, как описывать, как создать поэзию, подобную высокой арабской поэзии, по тем же лекалам, собственно говоря, используя те же жанры, те же сюжеты, но создать ее на иврите. Он придумал размеры, он разбил весь иврит, на ультракратки и и все остальные, собственно говоря, слагая. Вот придумал разные системы. С этим всем он не остался в Багдаде, а переехал в Испанию. Испания это была уникальная развивающаяся новая богатая еврейская цивилизация. Это вот как Нью-Йорк там 70-х, 80-х годов. Все все туда тянулось и все туда тянулись. В Испании были огромные деньги, огромные возможности в Андалусии, в исламской Испании, в мусульманской Испании, и не было большой культуры. И вдруг вот эта поэзия, она оказалась настолько востребованной, настолько для них интересной и главной, что буквально там я не знаю за какие-то десятилетия возникли десятки, может быть даже сотни поэтов, которые стали писать вот эти стихи. Эти стихи были абсолютно светские. Это была но ну, арабская лирика, но на еврейском языке. Светские такие, которых они совсем не были никак связаны с библейской метрикой, но связаны были очень с библейским языком. А это вакхические песни, эротическая лирика, военная лирика, вообще кто мог себе представить, описание природы и, конечно, индивидуальное восприятие мира. Вот слово «я» появилось что и должно быть, ну, собственно говоря, в хорошей лирике. И все это невероятно расцветало. Вот то, что считается, знаете, называют золотой век еврейской квантитативной поэзии, ее считаю квантитативная по слогам, как бы, это 11 12 века. Вот в xi 12 веках у них появились там, ну, грубо говоря, и свой Пушкин, и свой Лермонтов, и свой Фет, и свой Тютчев, и вся великая поэзия наша XIX века, если так ну, условно можно сравнивать. А главное, что это было все невероятно популярно, невероятно сложно писалось. Это была настоящая интеллектуальная игра в бисер литературная, которая постепенно, постепенно стала сходить на нет. Изменились экономические условия, не было уже того подъема. Еврейская жизнь <с> <alten> скукожилась, если так можно сказать. Реконкиста, э -э да? Испания перестает быть мусульманской постепенно, становится христианской и так далее, и так далее. И эта поэзия прекратилась практически полностью. То есть это вот такое литературное явление, которое вспыхнуло в определенный период и кончилось. Но в, в этот период они достигли таких высот, как я бы осмелился сказать, что, собственно говоря, вот эти рекорды до сих пор не побиты, и поэзия того периода, она, ну, ее не с чем сравнивать в нашей истории еврейской литературы. Это абсолютная вершина. Вершина, конечно, вершины, но все-таки это вам не библейские тексты, это не толбудические трактаты, это не даже, можно сказать, не высокие пьюты, то есть не религиозная лирика, это повседневной жизни человека. Поэтому такие стихи не писали на пергамене, не писали как богатые подносные издания. Это была, вот это была жизнь, это было как рецепты врача, как что-то люди записывали себе это в основном на бумаге. И поэтому с течением времени вот эти стихи пропали. Многие совсем утратились, исчезли. Бумага попала в генизы, и пока, так сказать, генизы не открыли в конце XIX века, мы многого не знали. И так далее. То есть вот мы знали, что была такая великая поэзия. Какие-то отдельные стихотворения бытовали, ходили, но глыбы этого литературного явления мы не могли вот, осознать. И интерес к этой поэзии снова пробудился где-то в XIX веке, когда возникла новая школа да, наука о еврействе, просвещение XIX, особенно вторая половина XIX века. Вот появился снова невероятный интерес к этим стихам, и появились ну, фанатики, которые, так сказать, собирали по клочкам все это и пытались, 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 пытались узнать и найти снова эти стихи. И вот появляется наш с вами герой, и возникает рассказ уже о конкретной рукописи. Значит, молодой человек, его зовут Давид бен Сулейман Цемах. Он сам по себе поэт. В 12 лет уже пытался издавать свои стихи. Он очень просвещенный мальчик, он очень много занимается, он очень много чего знает, и он абсолютно влюблен вот в эту светскую поэзию и старается как можно больше про нее узнать. И вот он такой как бы одержимый молодой человек, а он еще при этом между прочим, и молодой раввин, и он еще могель, то есть он занимается обрезанием детей. У него есть специальность в руках духовная, специальность в руках такая, которая кормит, и при этом он вот самый поэт и мечтатель, который хочет про такую поэзию все узнать. И кто-то ему рассказывает, что вот ты знаешь, вот Яков Сапир, это такой очень знаменитый путешественник еврейский, он в Бомбее, в Индии, видел и описал это в своей книге, он видел, как он назвал, большой диван средневековой поэзии, в котором были собраны огромное количество этих стихов. А говорят, что из Бомбея вообще-то эта рукопись перекочевала в Багдад, где и живет наш с вами Сулейман Семах. А дальше я не хочу вам пересказывать эту историю, потому что в дальнейшем, когда история уже завершилась, что очень э, знаменитый человек и знаменитый исследователь языка иврит, и этой поэзии, и со сооснователь современного иврита, друг Элизера бен-Ягуды, Давид Елин, написал письмо с просьбой вот к этому самому, к этому Цемаху, рассказать ему, что же случилось. И он там сформулировал вопросы. И вот этот самый Давид Цемах, он ему отвечает на эти вопросы. И я перевел специально для вас на русский язык с очень красивого иврита. его вот эти самые рассказы. Я вкратце прочитаю часть. Но начинается с того, что вот там они где-то сидят в семье, за, не знаю, за субботним столом, э, рассказывают, и ему говорят, слушай, да вообще-то эта рукопись, вот, про которую ты мечтаешь, которую видишь, она вообще у нас в семье была. И вот он пишет у нас существует семейное предание, что эта рукопись была у выдающегося члена нашей семьи, покойного равина Якова Цемаха, да будет память его благословенна. И поведали мне об этой рукописи, и сказали, что она пропала у этого Якова еще при его жизни. А случилось это примерно 90 лет тому назад. Опишен он это в начале 20 века. Там. После того, как Господь поведал мне о наличии такой рукописи, я написал письма всем своим знакомым в Ираке, и сам я отправился по разным деревням. Я искал любовь своей души, искал ее и не находил. Это, конечно, цитата из песни песни: Это Агават навши это очень красивый у него вот такой парафраз. Через 10 лет в течение которых я не успокаивался и не находил покоя, я решил стать книготорговцем. Может таким образом я обрету то, что ищу. Я так и сделал, и объявил в синагогах и сообщил местным книготорговцам, что если кто-нибудь принесет мне старинные рукописи или печатную книгу, то я их у него куплю. Но и это не помогло. Отчаялся я и сказал себе. Или она сгорела, или разодрали ее на мелкие клочки. И кто знает, в какую генизу она угодила. А может, ее просто нет в раке. И вот однажды поутру, когда я шел, как обычно, совершать обрезание еврейских детей, а за мной еще шла ватага музыкантов, как здесь принято, вот женский голос кричит мне вдогонку. Мудрец, мудрец Хахам, это такое обращение очень уважительное. Я слышала, что вы скупаете старые книги. У меня такие есть. Не соизволит ли господин зайти ко мне и посмотреть эти книги? Я ответил ей, я не смогу прийти сейчас, так как иду делать обрезание, но возьми моего слугу и покажи ему свой дом, чтобы он привел меня к тебе потом. Вернулся мой слуга. И после обряда и праздничного застолья я пошел с ним в ее дом. Поднялся я на чердак, где лежали книги, и увидел, что все это были хумаши, то есть пятикнижия, махзоры, молитвенники, книги, псалмов и тому подобное. Никаких старых книг. Мы со слугой спускались с чердака, чтобы вернуться домой. И вот перед нами открытая кухня, я вот так думаю, или дверь открытая, или просто такое открытое помещение. А там огромный чан с водой, приготовленный для подогрева, чтобы стирать вещи. А рядом с чаном корзина, полная книг. Все рукописи, приготовленные, чтобы разжечь ими огонь под чаном, как тут принято. Ведь даже в домах богачей топят печи и списанной бумагой, которая больше не нужна. Я спросил ее, что это? Ответила. Завтра у нас большая стирка, и все приготовлено, чтобы с раннего утра развести огонь. Я воскликнул, когда же вы уже прекратите этот дикий обычай? Может, среди этих бумаг есть святые тексты, святое писание, которое должно быть, естественно, отправлено в Генизу, его нельзя, так сказать, уничтожать и сжигать. Она мне ответила, мудрец, их уже проверили. Тут никаких печатных листов нету, что же мне делать, мудрец? Я хочу сдать комнату, и я ее освободила. Печатные книги пойдут на продажу, рукописные будут сожжены. Я подошел к корзине, чтобы заглянуть в нее, и вот эта рукопись лежит там. Рукопись, которую я искал так много лет. Господин мой, я не смогу описать вам эту минуту. Смерть и жизнь явились ко мне одновременно. Мавет вехаим беват ахат. Это мгновение было подобно Синайскому откровению. И я, последний из рода того праведника, оказался спасителем этой рукописи. Я мог бы взять ее даром, но от чрезмерной радости я дал хозяйке достойный подарок. Вот вы не поверите, я много раз пытался представить себе себя на его месте. Вот я закрывал глаза и прямо ощущал, что бы было со мной, как бы я, как бы дрожал я весь, как бы я покрылась мурашками тела, как я, не знаю, как бы покраснел я, когда бы вот я оказался в такой ситуации. Я его прямо, я это очень чувствую. Современные исследователи говорят, что он немножко приукрасил эту историю. Я не знаю, это был человек очень достойный, и все о нем отзывались очень хорошо. Даже если в ней есть куртов, капелька литературы, это все равно вот такая ситуация. А дальше я уже вам читать не буду, это письмо достаточно длинное. Он говорит, что он столкнулся вот с чем. Он понял, что эту рукопись, конечно, надо издать, да и издать с комментариями, но у него нет на это средств и нет возможности. Более того, вообще не факт, что в Багдаде, где он живет, вот окажутся ценители. И рукопись эту надо переправлять в Европу, где как раз вот возрождается наука о еврействе. И появляются люди из Европы, из Вены конкретно, которые, в общем, короче говоря, он продает эту рукопись в Вену. И дальше, если мы еще эту историю сделаем чуть короче, то в в 1928 году эта рукопись из Вены попадает Тутгард к Залману Шокену. Кто такой Залман Шокен? Это вообще один из самых главных людей. Первой половины 20 века, я имею в виду, в еврейской культуре. Это невероятно успешный бизнесмен. Изобретатель системы больших гастрономов, где как бы все ты набираешь и подходишь к кассе. Это вообще... Он придумал систему супермаркетов. Он очень на ней разбогател. Он был человек широчайшей культуры. И часто как бы исследователи этого времени говорили, что все, конечно, здорово. И то, что он стипендии выдает. Он очень поддерживал поэтов. Очень поддерживал литераторов. Черняховский там жил на его деньги. Кстати, не только еврейских литераторов. Он дружил с Агноном. И помогал ему, и материально помогал. Но все говорят, ну если бы он был исследователем, он бы еще больше мог бы так принести пользы, но не знаю. В общем, эта рукопись к нему попадает. Картинок нету, рукопись не древняя, еще раз повторяю. Она, кстати, и небольшая, в ней вообще-то всего 175 листов. Просто там, потом увидите, это так убористо написано, что действительно он впихнул 3-4 тысячи стихов. Он смотрит на эту рукопись и понимает, что он должен ее приобрести. Он ее покупает за, 200, за 28 500 рейхсмарок. Сегодня это примерно 110 тысяч евро. По тем временам это была совершенно баснословная сумма. И он сказал сам потом, что он никогда в жизни не тратил таких денег ни на какую книгу. А библиотеку он собирал колоссальную. Он приобретает эту рукопись, приезжает с ней в Берлин, он жил в Берлине, и начинает ее изучать. И понимает, что вообще-то эта рукопись ему не по зубам. Он, конечно, большой знаток, но не он должен этим заниматься. Что бы сделал другой богатый человек? Он бы нанял высокого профессионала, который бы эту рукопись исследовал. Но не таким был наш шломозал-моншокен. Он не нанял профессионала. Он, уникальная история, он решил создать институт по изучению еврейской средневековой поэзии на основе вот этой рукописи. То есть эта рукопись привела к тому, что он создал целый небольшой научно-исследовательский институт. И, кстати говоря, он думал, кто будет директором института, и выбирал между великим поэтом Хаймом Нахманом Бяликом, и знаменитым пражским раввином и тоже большим очень знатоком этой поэзии Хайемом Броди. Ну, вот он выбрал Броди, и Броди стал директором этого института. Институт находится в Берлине. И тут еще вот, понимаете, вот гений, он во всем гений. Невероятное политическое чутье. 1934 год нацисты у власти, он понимает и чувствует, к чему все идет, и он весь институт, всю библиотеку и весь, что называется, став исследователей, всех перевозит в Иерусалим. И в Иерусалиме в 1937 году он строит отдельное здание для библиотеки, для этого института. Это чудесное здание. Вот если вы в Иерусалиме, Обязательно сходите. До сих пор библиотека открыта. Это улица Балфора, дом 6. Как я уже сказал, в нашей студии там буквально 15 минут. И вот они изучают эту поэзию. И, казалось бы, все прекрасно. Они издают диваны на основании нашей рукописи. Но саму рукопись до сих пор вот издать они не могут. Давайте теперь... Э... Давайте на нее посмотрим. Причем я хочу вам показать ее фрагменты не в хронологии тех поэтов, о которых идет речь, а ну вот просто так, как это в рукописи расположено. Вот первый поэт, чей диван там, полный диван этого поэта, это Тодрас бен Яхуда Халеви Абулафья. Значит, это поэт, о котором почти ничего не было известно. Его диван, вот он существует так, как он есть в этой рукописи. А это поэт Поздний – это где-то вторая половина XIII э, века. Вот самый последний. Им как бы закрывается вся эта приятность. Он был абсолютно невероятно продуктивен как поэт. Давайте посмотрим уже, как это выглядит. Значит, во-первых, вот сама рукопись, разворот ее. Посмотрите, даже неважно, мы, так сказать, не будем вчитываться. Невероятно убористый почерк. Абсолютно четкое письмо. Вот 170 там чем-то страниц, как я сказал, листов. Ни одной помарки, ни одной буквы, которая куда-либо съехала. Это невероятно профессионально написанная вещь. Как вы видите, еще отдельные стихи даже в такой форме, так сказать, художественной. Но их тоже можно разобрать. Не это важно. Важно нам сейчас увидеть, как это выглядит. Вот это из листа в лист, из страницы в страницу, вот ровно так написано. Рука не дрогнула ни разу. Это абсолютно, я не знаю, я не представляю себе, как такое можно было сделать. Значит, это поэт Божьей силы, вот знаменитый исследователь там этой поэзии, Хаим Ширман, он его назвал Мешарер Кафьяти. Даже не знаю, как это перевести. Вообще типа графомана. Не в плохом смысле слова, а в том смысле, что он вообще не мог не писать стихи. они из него вот фонтанировали. Он писал стихи постоянно, тут тоже больше тысячи, я не знаю, скольки там этих стихотворений. Был он настоящий придворный поэт, который еще на эти деньги жил, у него были меценаты. Он у них выпрашивал, но по нашим понятиям он их все время выпрашивал машину, чтобы ему купили хорошую. Он все время просил, чтобы мула ему подарили, такого резвого мула, чтобы он пешком не ходил. Чудесная светская жизнь, развратная вполне за что его осуждают. Потом хоп. Все меняется. 1281 год его сажают в тюрьму. Сначала он думал, что ему вообще отрежут голову, потом думал, что его повесят. В общем, потом понял, что его не повесят, голову не отрежут, но посидел он в тюрьме прилично. И, конечно, на жизнь посмотрел иначе. Он настрадался. Он настрадался. Лирика его поменялась, это стало глубокое, так сказать, философское осмысление жизни. Потом вы, он вы, вышел, и амнистировали, и он вернулся к своей пороку. Вот опять нашел, значит, себе покровителей. Его стали опять обвинять в том, что он, например, имеет двух служанок, арабскую и еврейскую, и живет с ними. И он говорил, что ну а как иначе? Без еврейской нельзя, она кашрут мне помогает соблюдать, и вообще дом ведет кошерный. А без арабской как можно? Она мне напоминает, что Господь красоту в мир принес. Ну, в общем, это такой поэт. Тем не менее, его диван нам известен только по этой рукописи. Я хочу вам показать одно его очень маленькое стихотворение, буквально фрагментик в две строчки, которые просто к моей специальности имеет отношение. Это и, и, собственно, к этой рукописи имеет отношение. Это его ответ человеку, который прислал ему очевидно, сборник стихов, и он ему пишет, что вообще твои деяния мне очень нравятся, но слушай, ну пиши ты красиво выравнивай строчки, расчерти их. И все это написано еще безумно куртуазно. Маасейм лехет махшавтиха огав. Венил эти асе сетим. Такен бе те алькав рот тихашим. асе шитим. стихотворение я попросил перевести вот как раз для нашей лекции поэта-переводчика Шломо Крола, моего соседа в, в Тель-Авиве. И он вот его перевел для нас, по-моему, очень хорошо. «Мне труд по нраву рук твоих, однако кривые строки в нем с прямыми рядом. Исправь его и проведи сначала на коже ты полоски ряд за рядом». То есть сделай сертут, разлини, сделай разлиновку. Вот такой поэт, повторяю, вообще был бы неизвестен, если бы не наша рукопись. Следующий поэт – это Моше Ибн Эзра. Вот, э, ну, если мне позволят такие сравнения, я не знаю, я всегда думаю, что он, для меня он как-то похож на Тютчева в еврейской поэзии. Абсолютно выдающийся поэт, который, жизнь которого тоже поделена на два этапа. Одна – это жизнь в Анталусии, светлая, прекрасная, богатая светская лирика и богатая светская жизнь. А вторая – это изгнание, скитание, полное одиночество. Там была какая-то темная история семейная. Не зря там, видимо, от него все в семье отвернулись. Но, тем не менее, вот вторая половина жизни, а прожил он долго. Это была жизнь осмысления, совершенно философского восприятия жизни. Кстати говоря, Машей Бенезер был и единственный человек, который написал теоретический трактат о еврейской поэзии, написал его по-арабски, естественно, но саму поэзию он писал на иврите. Тоже вот посмотрите на разворот. В данном случае мне просто очень важно вам показать, как это выглядит. Вот эта убористость, она меня совершенно потрясает. А мы посмотрим одно маленькое стихотворение. Йом ханедот хамар веханимхар. Тоже не буду я его полностью читать на иврите, но это стихотворение я тоже попросил, чтобы мне перевели. Его перевела моя супруга Елена Юзбашьян. В отмест китаний, мимолетный, горький день страдания Терпким опьянил меня вином. Сижу среди невежд, подавлен, угнетен, Души созвучной не встречаю ни в одном. Налево обращусь, ни слова мне в ответ. Направо повернусь, Никто мне не знаком. Вот э, сложно, конечно, передавать напряжение этих стихов, но тем не менее вот выглядит это так. И всего-то вот три строчки, они такие три двойных строки, они совершенно для меня вот такие очень важные. Следующий поэт, которого я вам хочу показать. Это Соломон Ибн Габироль. Это абсолютный гений. Вот, ну опять, простите меня, это Лермонтов наш, да? Он прожил, жизнь его была короткая, примерно 30 лет, может быть, чуть-чуть больше. Он был тоже одинок, он скитался, и он был с детства болен какой-то хронической болезнью, практически все время лежал, и это все тоже создавало совершенно э, невероятную сложность его жизни. И его главная тема, он кстати, создал и выдающуюся совершенно философскую поэму, которая существует сегодня на русском языке. Ее перевел вот этот Шломок Ролл, которого я упоминал, и это там доступное издание. Но что важно, его, главная его тема — это победа духа над плотью. Плоть бренна, дух силен и вечен. И вот эти стихи раз за разом он говорит, что несмотря на вот бренность своего тела, мой дух настолько силен, что я смогу победить все. И есть одно из его классических стихотворений, это как бы такой манифест, что ли, вот эта первая его строчка «Амихаиш ашер шинес ашер шинес эзеро". «Я, который подпоясался», значит, набрался сил и, дал, и взял зарок, что «дух мой всегда будет силен, и я не уступлю ни в чем». Вот это длинное, оно, достаточно длинное стихотворение, но это вот настоящий манифест, гимн силе человеческого духа. И, кстати говоря, вот про, про него тоже огромное количество стихов его пришли к нам именно с этим, э, с этим диваном, с, с этой антологией. Мы их совершенно не знали до, до открытия этой рукописи. И последний поэт – это Игуда Галеви. Это самый главный еврейский поэт этого периода. Это наш, их Александр Сергеевич Пушкин. Это все. Он, он и философ, он и лирик, и он и человек необычайной биографии, который в конце жизни пришел к тому, что надо физически осуществить мечту о Сионе и вернуться из Испании богатой в святую землю. Мы не знаем до конца, смог он это осуществить, или он погиб в дороге, но он не просто туда переезжал, а он переезжая, создал невероятные по силе циклы стихов. И в частности, вот стихотворение очень знаменитое о море, о качке, о буре, в которую попал корабль, на котором он плывет, и что все это страшно, это безумно, но это все такая ерунда, если цель-то увидеть Иерусалим. Вот это стихотворение, оно совершенно меня завораживает. «Эцак белев намес» да, Уфик Беркаем. Тоже не буду я его читать вам полностью, но оно существует в переводе такого поэта Владимира Лазариса, и, наверное, его я все-таки вам прочитаю. Дрожат колени, сердце все слабей, и ужас обволакивает члены. И к Богу вновь взываю я в мольбе, когда грибцы пропали в пенной мгле, и моряки сдержать не могут снасти измученный, изодранный на части, какие мне еще даны напя... напасти распятому на диком корабле? Иерусалим, о мой Иерусалим, пока твое смогу шептать я имя, от всех несчастий буду я храним. Вот эти поэты. Я назвал вам как бы самых крупных. А там гораздо больше поэтов в этой антологии. Более того, там и поэты позднего времени, которых надо еще изучать и изучать, вплоть до 17 века. Наверное, вот мы и считаем, что рукопись это была переписана, видимо, в 17 веке. И вот что у нас получилось. Совершенно невероятная антология, которую спасли, буквально спасли, вытащили из огня, можно сказать. Которая дальше, ради которой был основан институт которую дальше опять спасли, потому что если бы она осталась в нацистской Германии, совершенно неизвестно, как ее судьба бы сложилась. Она оказалась в Иерусалиме, она живет здесь в почете, но она до сих пор полностью не издана, и фоксимильного издания не существует этой рукописи, что говорит о том, что в нашей науке еще есть перспективы, есть будущее, и меня лично это вот тоже как-то и бодрит, и радует. Вот такая история.